Всем большой привет! Давайте смотреть вторые результаты по уходовому Project Pen. Мы его запускали на полгода, участвовало 25 продуктов. Я, как всегда, выстрою фотографию, мне кажется, так намного интересней, сколько было участников. Кое-что было начато, но в целом продукты были новыми. В первом месяце результаты у нас были только по убавлению, пустышек их еще не было, но это и нормально. Давайте смотреть, что принес расход за февраль. Начнем, как всегда, с высоких флаконов. Фотографию можно убрать. Ну и самый высокий — это у нас шампунь Ландыш. Нравится мне этот шампунь, но в этом отчете отзывов не будет. В основном я пока говорю отзывы в самом уходе на месяц, да, потому что он еще раз мелькнет. Здесь мы смотрим только меточки. На начало было прямо вот под завязку золотые метки, за январь вот так и за февраль вот так. Объем здесь 420 миллилитров. Ну и я думаю, еще месяца два ему. Тут на убавление идет. И месяца два я буду его использовать. Вообще у меня выходит три шампуня. Ну, если вот это не расход за месяц, это один из трех шампуней, которые у меня в месяце работают. Будем картину закрывать. Следующая по высоте идет мицеллярная водичка. 400 миллилитров, большой объем, мне водичка нравится, но макияж я ей смываю только с лица, глаза я двухфаской смываю до мицеллярки. И в этом месяце, в феврале, расход, как вы видите, гораздо лучше, чем в январе, потому что макияжи я делала чаще, в январе очень мало красилась, поэтому за февраль расход больше. То есть вот это вот стандартный, можно сказать, для меня расход. Когда я, пусть не каждый день делаю макияжи, но за неделю, например, макияжей 5 я делаю, тогда вот примерно так уходит. Я думаю, за полгода справлюсь. У меня примерно 400-500 миллилитров. Мицеллярка и идет где-то 4-5-6 месяцев, когда как, в зависимости, какое время года и как часто делаю макияжи. По высоте следующий у меня наверняка идет. А давайте еще один шампунь покажу, а потом... Нет, все-таки давайте по росту. Следующий идет бальзам. Бальзам-маска. В прошлый раз я говорила, что, возможно, он у меня закончится. Так это и произошло. Очень классное средство. Я не показываю в пустых банках то, что заканчивается в Project Pen. Отчеты, как бы вот с пустышки, я озвучиваю здесь. Прекрасное средство. Это действительно маска. Если шампунь даже чуть-чуть спутывал волосы, то это средство распутывало прекрасно. Делало волосы мягкие, нежные, шелковые. Огромное удовольствие испытала от этого бальзам-маски. Спасибо дарителю. У меня тут много подарков. Действительно хорошее средство. На начало было вот так. Это целая упаковка, 250 миллилитров. Ну и за 2 месяца. Для меня это средний расход примерный. Давайте вот сюда будем пустышки складывать, если они у нас еще будут. Спойлеров не будет. Будем ждать. Следующее. Это еще один шампунь. Детский. Вот его я использовала, ну, мне кажется, на 1-2 раза меньше, чем в январе, да, потому что я его чередую. Не так, что первый, второй, третий. Я, например, 2 раза Ландышем, 1 раз у меня там еще Сиберика, и потом, может быть, вот этим, то есть на 4-е применение. Поэтому тут расход медленнее. Иногда бывает, что и на 2-е вот вдруг захочу, думаю, надо бы подрасходовать. Но в целом 3-4 раза хорошо, если он у меня попадет в месяц. Но в основном 3 раза где-то вот так. Ну вот, видимо, в прошлом месяце 4 раза попало, а в этом 3 раза попало в использование. Ледяная мята, приятный аромат. Прекрасно работает. Он написано охлаждающий, но я не знаю, не чувствовала я никакого охлаждения. Скорее аромат вот этот вот мятный дает освежение как бы. Следующая — гель для душа. Вот под вопросом он у меня был, закончится или не закончится, но нет. И даже скажу причину, хотя я буду озвучивать ее в уходе. Аромат. Аромат приятный манго, который забивается ароматом кориандра. Ну, кому нравится аромат кориандра, все хорошо, но у меня вода искажает. Поэтому остатки я буду использовать как жидкое мыло. Я жидкое мыло использую на сухие руки. Я сначала намыливаю средство,
Потому что если на влажные, оно просто шмякается в воду, вот гели. А на сухие намыливаешь, а потом смываешь, и вот этот вот деформированный аромат ты уже не чувствуешь. А когда намыливаешь руки, приятно. Поэтому это средство я доиспользую как жидкое мыло. Не буду я мучиться. А так вот из бутылки приятно. Но вообще вот было бы просто манго, без всяких трав, без кориандров. Было бы намного круче и приятней. На начало было полное 400 мл, за январь вот так, и за февраль. Ну, примерно одинаковое, да, получается расстояние. Вот. Вот так получилось. Но не использовала. Значит, вот прям конкретный кандидат в следующий раз, да? Не перепутаешь, точно будет кандидатом в следующее использование. Дальше по высоте, если то умывалочка от комплимент. От комплимент будет 3 продукта. Но тут вот медленно и верно, да, то есть идет на расширение, и поэтому метка может быть чуть повыше кажется, но на самом деле, ну, умывание, расход стандартный, да, вот январь, февраль, ну, я думаю, март, апрель, май. Ну, за полгода уложусь. Здесь большой объем, 250 мл. Экстракт арбуза, аромат, конечно, восхитительный. Это будет дальше и пользоваться, и использоваться, пока не закончится. Ну, как раз ему, мне кажется, полгода и подойдет срок. А вот вижу, упало у меня высокое средство еще одно. Это гель от тяжести в ногах. Он хороший по своему назначению. Если вот прям бывает, много ходишь, ноги горят, стопы, да, или там вот тяжесть в ногах, опять же, много ходишь или потренировался, то он небольшой имеет охлаждающий эффект, я уже много раз говорила. Ну вот, если тут просто по расходу, то вот так, немножко, да, ушел. Несколько раз пользовалась. Ну, липкий эффект все равно приходится терпеть. Следующее это будет тоник, но это кандидат в следующий раз. В этот раз нет, не использовала, ну, не закончила. Медленно, но верно. Вот в январе чуть поменьше, мне кажется, вообще метка, в феврале чуть-чуть побольше, но тут трудно рассчитать. Может, где-то пропустила, где-то воспользовалась лишний раз. Но у меня в основном один раз в день. Редко я пользуюсь 2 раза в день тоником, чтобы и утром, и вечером. Как-то вот у меня после снятия макияжа тоник идет. А вот после утреннего умывания я почему-то его, бывает, забываю, просто наношу крем. Вот. Как это связано, я не знаю. Вот вечером я пользуюсь тоником, а с утра нет. Ну, бывает, пользуюсь, но забываю. Вот я к тому, что, видите, тут чаще, видимо, я утреннее использование его брала. Увлажняет, действительно увлажняет. Хочется прямо отзыв все равно сказать. Ну вот кандидат в следующий раз. Второй, да, кандидат уже гель, тоник. В следующий раз будем радоваться. Далее. Давайте по волосам еще одно средство покажу. Оно у меня последнее, наверное, с волосами осталось. Это лосьон для придания объема. Этот вот будет заканчиваться, опять же, примерно с одинаковым, да, интервалом. Вот на начало, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Может быть, даже и до июля. Может быть, закончится за полгода. Но если и не закончится, я думаю, в конце 6 месяцев остатки будут уже плеваться, если они там будут еще. То мне скорее придется расковырять это все дело, ну, как бы отрезать, да, и переложить остатки, чтобы доиспользовать уже без использования дозатора. Потому что такой дозатор, он потом будет плеваться. Он не может собирать до последней капли, а остается, как правило, много. Поэтому я думаю, за полгода в целом-то он успеет к концу подойти. Давайте тот угол так и оставим, если вдруг будут пустышки. А сейчас пойдем по спреям, смотреть спреи. Первый спрей — это Avon, сокровище зимы. Приятный аромат малинки. Пользуюсь тоже, вот видите, какой-то прям совсем ровненький расход. И получается, ну, еще 2 месяца. Вот. Так что в следующий раз еще рано ждать пустышек. Но вот через раз очень может быть. А вот тут вполне возможно. А ты фраше, это больше мист для волос. Вы знаете, в последнее время на волосы так и использую. Если вот в прошлом году все больше на тело, то вот тут на волосы. И вот смотрите, мне кажется, да, что в следующий раз, по крайней мере, если последние капли и будут булькать, но их закончить уже не так сложно будет. Так что кандидат третий, да, получается, кандидат в следующий раз. Как-то кандидат уже более ярко. Вот в прошлый раз все было под вопросом, под таким смутным. Вот на что я ткнула пальцем, в принципе-то оно
Ну вот одно попало средство, да, а вот, например, тот же гель нет, не попал. Вот он, вот он. Несмотря на то, что мы болели и не выходили из дома какое-то время, расход точно такой же, как в январе. Я все равно, медленно, но верно. Ну, использовала, да, использовала. Если уж вдруг кто-то в обуви прошелся, в обувь брызгала, иногда там после душа кого-нибудь отлавливала или себя лично на ножки наносила. Ну, вот такой охлаждающий спрей от Avon. Я не знаю, за полгода я его закончу или нет, но если будет вот такой расход продолжаться, то это уже хорошо. То есть есть результаты, и это хорошо. По тубам пошли. Еще одно средство для ног. Вот на него я прям пальцем ткнула и без всяких мыслей, что, возможно, он может не закончиться. Я сказала, ну вот этот кандидат первый в пустышке. Это крем для ног. А ничего подобного, посмотрите. И еще 2 месяца буду пользоваться. Он жирненький. Он такой жирненький, надо совсем немножко под носочки. С утра на ночь липковат он, конечно. К простыням будут ножки прилипать. Поэтому под носочки с утра совсем чуть-чуть, и этого достаточно. Прекрасный крем, в нем не то масла, вот такое чувство, что хороший процент жирности в нем. Это очень хорошее средство для сухих пяточек. Поэтому, девочки, кто в Oriflame, я не знаю, есть ли они там, может, это лимиточка была, мне подарили, но это прекрасное средство, и оно долгоиграющее. То есть для меня это 4 месяца использования в итоге. Так что в следующий раз я даже уже 100% уверена, никаких пустышек здесь не будет. Следующая туба – это маска. Вот первый продукт, которым я не воспользовалась ни разу. Кто смотрел пустые баночки, я себя хвалила, я молодец, я другие использовала. Вот проектные 2, по-моему, маски у меня простояли. Это одна из них банановая. Но в любом случае я ее за полгода не закончу, ничего страшного. Но вот в марте я постараюсь на нее уже поактивнее. То есть хотя бы 1-2 раза в неделю делать, пока вот простояла. Следующая маска ночная, это я молодец, я ее использовала раза 4, может быть, даже за месяц. Ну, вот такой расход. Но она все равно заканчивается потихонечку, вот как в прошлый раз видно, да, она так прям хорошо шла. И сейчас также, я надеюсь, останется немножко, я ее перелью тоже в кругленькую маленькую баночку. Будет удобнее использовать. Она жидковатая. То есть я ее, когда набираю, я ее держу вот так. Иначе она просто потечет, она там жидкая. А так как жидкий продукт, то расход очень маленький. Надо совсем чуть-чуть, распределяется хорошо по большой области, малое количество. Так, следующий продукт мне нужен, чтобы его куда-нибудь поставить. Переворачивать нельзя, потому что надломанный носик. Это патчи, жидкие патчи. И вот так. В этот раз результат что-то меньше. Может быть, прошлый раз как-то низковато отметила. Может быть, сейчас как-то не так отметила. Ну вот, 3 раза пользовалась этими патчами. И в итоге вот так. Может быть, тогда побольше раз было. Так, я его давайте поставлю так, чтобы было видно. Вот. Пусть он у меня вот здесь стоит рядышком. И по тубам еще одна туба, которой я воспользовалась всего 1 раз. Это скраб абрикосовые косточки от чистой линии. Но здесь никак не отметить. 1 раз это не такая же лужа большая выходит средство. Поэтому ну, не видно. Тут нужно, чтобы было видно, 4 раза воспользоваться. Тогда будет немножко видно. Ну, поэтому вот так. Другим скрабом воспользовалась. Ну что ж, остаются круглые банки. Давайте смотреть теперь круглые банки. Самая большая круглая банка это от Планета Спа непревзойденное питание. Это крем-суфле для тела 200 мл. Кремов для тела у меня было в использовании 2. Здесь 150 мл, здесь 200. От Лавель, дыни и жижаба. Крем-мусс для тела, он легкий. И вот это крем-суфле, который как баттер. Давайте я теперь покажу вот это. Это то, на что я налегала. Я покажу вот так. И рядом покажу фотографию, сколько было. Ну, он был целый, новый, на начало, 150 мл. В прошлом месяце я где-то половинку использовала. Ну, то есть я почти дно увидела, там в серединочке прокопала. Ну, а сейчас все.
Прекрасное средство, вот по нему, если давать отчет, и аромат такой нежный, приятный, и средство быстро впитывалось в тело, быстро наносилось, оно не сильно густое, не надо было прямо как-то тереть там. Долго от тела не было аромата такого, чтобы вот парфюм не нанести, то есть вообще вот во всем хорошо. Так что тоже огромное спасибо за такой восхитительный подарок, как мне поставить так, чтобы две мои пустышки было видно. Вот так, да, видно. Ну и по планете СПА. Здесь тоже я вставлю фотографию, он был на Вью на начало. В прошлом месяце я воспользовалась один раз, и в этом месяце тоже один раз. Ну, во-первых, понятно, пока не закончился тот, я этим не пользовалась, поэтому всего один раз успела. Два раза. Аромат. Вот баттер, это плотный, прямо масло, жирненькое масло. Вот он прям как, вот видно, да, что масляная текстура. Но аромат настолько приторный, насыщенный, что не то, что парфюмом воспользоваться. Этим средством очень долго тело пахнет. Оно прям преследует. Сложно. Вот сейчас пока зима, я им буду максимально пользоваться, чтобы успеть закончить. Если будет тепло, оно душит. Вот прямо. Если бы, опять же, розами пахло, может быть, ничего. Пахнет таким африканским деревом ши. Маслом. Ну, тяжеловатый, приторный такой аромат. У меня есть метка, но отмечать неудобно вот по меткам. Потому что как-то оно копается, видно, да. То есть в прошлый раз я ямку выкопала, а сейчас по краям так возила. И вот как бы вот сложно. Может быть, если в следующий раз я уже буду им чаще пользоваться, будет более реальный вид. Ну, а сейчас с фотографией можно сравнивать, да. Так, ставим. Нет, тогда он закрывает, давайте положим. Пусть лежит лучше. Так, следующая круглая банка. Девочки, у меня вне проекта был еще один скраб, и я допользовала тот. Я вам показывала в пустых банках, поэтому этот просто подождал. Один раз я им успела. В прошлом месяце, вот у меня вот эти два продукта, они такие веселые получаются. В прошлый раз один раз, и в этом месяце один раз. Ну, в общем, вот так тоже фотографию покажу. Но тут я еще и отмечала, вот он прям был, видите, под завязку, и вот так стало. Но в следующий месяц, я думаю, что этот-то хорошо убавится, потому что, ну, как и, в принципе, и крем, они должны оба хорошо убавиться, потому что кроме них, нет, не так, кроме вот этого больше ничего нет, а вот для тела-то у меня есть, конечно, легкие текстуры, поэтому этот мне больше надо использовать только из-за того, что будет, если жарко, то его я не смогу использовать. Вот, поэтому этот просто как бы впереди всех остальных нужно протолкнуть. А этот один единственный будет меня радовать в следующем месяце. Так, баночки уменьшаются. Скраб, которым я пользовалась активно и этим очень довольна. Посмотрите, на начало был прям под завязку. Это тоже комплимент арбузный. И вот одинаковые. Расход получился одинаковый. Здесь 100 мл для снятия кожи с лица. Ой, девочки. У кого есть лишняя кожа? Вот хорошо снимает. Для сияния. Для сияния кожи, лица и губ с экстрактом арбуза. Вот, хороший продукт. Скрабирует очень хорошо. Никакой кожи не останется. Скрабирует реально хорошо. Вот такой расход. Я думаю, за полгода я его закончу. Только у меня, наверное, не получится сразу два закончить скраба. Но вот один точно закончится. Ну и вот вторая масочка, которой я не воспользовалась в этом месяце. В прошлом месяце вот чуть-чуть воспользовалась, а в этом нет. Та же самая причина, как вот и Kea. Я думаю, что аквамаской вот этой увлажняющей я буду пользоваться март, чтобы как бы так убавилось, потому что март будет переломный момент, да, уже 3 месяца будет позади, и поэтому надо, конечно же, уже так, если я хочу, чтобы до минимума довести продукты за 6 месяцев, то надо подналечь, а именно вот эти два продукта, их сложнее, особенно вот в тубе маску. И последние 3 круглые баночки. Для ног я использую бочонок на пяточке.
Я их не чередую, вот этот реже использую. То есть чаще я крем, но также под носочки. Он был новенький на начало, я не знаю, смогу ли я вам показать, но здесь, конечно, убавилось очень хорошо. Давайте вот с этой стороны попробую вот так посветить. А с другой стороны фотографию вставлю. Ну, целый. Кто знает, целые бачата, они вот где-то вот здесь вот начинаются. У них не под завязку 15 мл, а вот по бортик. Ну, видно, я тут из боков, тут бортик не обманка, там действительно есть продукт. Использую. Еще месяц-два и закончится. И два продукта для губ. Первое, от Nivea масло для губ. В прошлом месяце я так убавила. И мне кажется, прекрасный результат и в этом месяце. Так, давайте вот так я сделаю. Вставлю фотографию. И вот вы увидите, что в принципе-то убавляется. Вот как бы я так говорила, что я дойду до дна, да, и пойду в сторону. Но я дно там вот прям в углу в самом не совсем еще увидела. Но в стороны я уже как бы погребла, пошла в обе стороны. Вот, поэтому я так думаю, что за полгода точно я закончу. Вот. Это не одно средство, поэтому помедленнее идет. И второе, это чаптер. Он был практически новый. В прошлый раз я вам показала, такая глубокая уже была ямка. Но сейчас, мне кажется, уже ямище. Вот в прошлый раз так палец топило, и он вот так выглядывал. А теперь, представляете, он туда весь уходит. То есть, ну, там реально почти до дна пальца... Чистенький, не переживайте, все мыло тщательно антибактериальным мылом. Вот, так что палец топится. Я думаю, что тут трудно увидеть, тут вот пока палец не утопишь, не видно было бы. А тогда на начало было вот где бортик, видите, розовый, то вот оно столько и было. Тоже за полгода, я уверена, закончится. Потому что я вот эти два продукта использую на постоянной основе. Либо одним, либо вторым. Пользуюсь вот в течение... Вот этот-то в основном на ночь. А, Nivea. Он поэтому помедленнее идет. А вот этим-то в течение дня пользуюсь. Он на каждый день хорош. Вот такие у меня получаются результаты. 25 продуктов, 2 пока пустышки. Ну и в следующий раз мы с вами 3, да, решили, будет пустышки. Ну и под вопросом, я не знаю, может быть, если буду чаще пользоваться бочонком, он уйдет, можно вполне, тогда будет 4-й. Может быть, ну скраб вряд ли, но может быть крем. Вот под налягу я кремом могу вообще каждый день пользоваться, но тут такой запах тяжеленький. А может захочу его все-таки вывести, чтобы уже не пахло. Но он... Классный для сухой кожи, он вообще классный на самом деле, им пользоваться неплохо. Так что, ну, посмотрим, что будет в следующий раз. Но вот следующий раз будет уже такой переломный момент, когда на 4-й месяц начинают заканчиваться все больше и больше продуктов, и вот с этой стороны горка с пустышками растет уже так поактивнее. Ну, пока буду прощаться. Надеюсь, со мной было интересно. Спасибо, что ждете, спасибо, что смотрите. Встретимся уже в подобном ролике через месяц и будем смотреть следующие итоги. Ну а пока, всем пока!